Привет! С вами профессор Гуглов. И я здесь для того, чтобы поднять вам настроение. Усаживайтесь поудобнее. Поехали! Точность этого камнерезного станка приведет вас в восторг. Как вы считаете, кто быстрее, этот станок или человек? Инновационная концепция лифта для многоуровневой парковки и демонстрации автомобилей. Эта чертежная машина может использовать мечты большинства студентов. Система оснащена мойкой высокого давления для тщательной очистки поездов. Алюминиевая форма вырезается и точно фрезеруется до мельчайших деталей. Метки гравируются лазером с предельной точностью. Удивительно, как быстро эта машина может гнуть стекло. Что вы думаете о том, чтобы стать обладателем машины, скользящей по снегу? Potibot UP9 – отличный 3D-принтер для тех, кому нужны керамические образцы. Проектор трехмерных изображений использует вентиляторы. Неоценимый помощник для расчистки толстого слоя снега. Перед нами машина, специально разработанная для сдувания тонкого слоя снега. Конвейер для сортировки мяса достигает скорости и точности, намного превышающие человеческие возможности. В будущем эта машина сможет заменить лучших деревщиков. Для таких крупных объектов, как этот, нужна специальная автоматическая упаковочная машина. Экскаватор для травы разрезает большие куски, как масло. Что вы думаете о мощной машине, создавшей эту гигантскую пружину? Обмоточная машина проводов статора – автоматизированный процесс намотки катушек двигателей. Линия быстрой сортировки посылок использует автоматизированную технологию для экспресс-доставки. Казалось бы, сапожное дело – это чисто ручное ремесло, но машины могут выполнять все его функции. Погрузочно-разгрузочные работы становятся легкими с помощью этого робота-манипулятора. Экран компьютера проходит жесткий стресс-тест. Сепаратор кукурузных зерен – простой и эффективный пример инженерной мысли и дизайна. Если бы молот Тора был сделан из гидравлической стали, вот как бы его создавали. Ваши окна станут чистыми всего за несколько простых этапов. Представляем новую игру под названием Bot Minton. Эти горячие красные точки – настоящие стеклянные бутылки будущего. Любителям ручного вязания будет интересно узнать, как машины вяжут.
эта дорожная разметка не может быть еще более точной. Пончики не только вкусные, но и визуально восхитительные. В одно мгновение от стальных катушек до острых лезвий. Эта машина может поворачивать груз на 90 градусов, выдерживая огромный вес. Обычная лампочка создается в результате сложного процесса. Плавное движение гигантских стеклянных панелей без единой царапины. Боб-пленка обладает высокой прочностью при растяжении и устойчива к разрыву в процессе эксплуатации. При таком повороте металлические трубы становятся очень горячими. Маленькая короба выглядит невероятно довольной, когда ее чешет большая щеточная машина. Вакуумный отсос сделал процесс транспортировки матрасов более удобным. Высокоскоростная машина для гибкой стали работает полностью автономно. Производительность линии по очистке белой спаржи составляет 3600 единиц в час. Затем овощи нарезаются на ромбовидные куски толщиной 25 мм. Вот как тщательно плетут сварную сетку. Не только люди, но и машины демонстрируют исключительную командную работу. Вы можете принять ее за резательную машину, но на самом деле это спеккальная машина. Электрические ножницы для обрезки деревьев могут деликатно валить деревья. Вы когда-нибудь думали о том, чтобы вот так поднимать теннисные мячи? Этот небольшой инструмент может без усилий поднимать грузы весом до 500 килограммов. Эта машина облегчает процесс штамповки форм для шин. Деревянные брусья выпрямляют перед тем, как перейти к следующим этапам. Эта производственная линия может печатать сотни листов в час. Попрощайтесь с брызгами краски. Металлический круг претерпел полную трансформацию. Пивные банки тщательно очищаются перед упаковкой. Пластиковые стаканчики так же удобны, как и процесс их производства. Всего несколько простых шагов, и подушка снова становится чистой и белой. Крупные животноводческие хозяйства должны инвестировать деньги в такую полезную машину для очистки навоза. Тысячи звеньев соединяются в одно мгновение.
это и есть настоящий валли. Процесс изготовления леденцов напоминает замешивание теста. Цепь быстро рассекает цементные трубы. Небо освещают сотни беспилотников в форме звезд. Нефтяные бочки перерабатываются в стальные листы. Инструменты для утилизации консервных банок. Благодаря этому инструменту удобрения равномерно распределяются. Камнеуборочная машина помогает сделать сельскохозяйственные земли более плодородными. Станок для выравнивания поверхности работает точно и экономит время. Разноцветные волокна сплетаются в мотки пряжи. Взгляд на изготовление кожаной сумки. Ракетки для бадминтона перед отправкой должны быть устойчивыми. Крупноячеистые снегоуборочные машины предотвращают налипание снега и образование льда. Отличный выбор для упрощения переезда. Музыкальные инструменты отполированы до блеска с помощью этого волшебного ластика. Попрощайтесь с грязью на солнечных батареях с помощью раствора абсолютной чистоты. Это гораздо лучше, чем делать это вручную. Пончики легко переворачиваются. После удаления яичной скорлупы яичные белки и желтки идеально сортируются. Вода равномерно распределяется по полю. Автоматические системы позволяют легко поднимать и убирать дорожные конусы. Не дайте снежным бурям навредить вашей крыше с помощью этих полезных инструментов. Прощай, автомобильная краска! Вперед, химическое погружение! Срезайте самые крепкие деревья с помощью Woodcracker C550. Сгибайте стальные прутья без усилий с помощью формовочного инструмента PB20. Прочный травосборник – идеальный инструмент для поддержания чистоты газона. Эти лампы могут автоматически регулировать свою яркость. С помощью этого экскаватора можно с легкостью преодолевать сложные участки. Вместо того, чтобы выбрасывать, восстановите проржавевшие детали с помощью этого инновационного решения.
Процесс сушки чайных листьев становится более производительным благодаря автоматической обжарочной машине. Поддерживайте чистоту в городе с помощью машины для уборки улиц, которая отлично выполняет свою работу. Из питомника берут траву для замены поврежденных участков газона. Китай встретил 2023 Новый год по лунному календарю лодкой-драконом, сделанной из фонариков. Продуманная конструкция для креативных пространств. Этот светодиодный экран подскажет вам вашу скорость. Не нужно беспокоиться об уборке сада, если у вас есть эта автоматическая воздуховка для листьев. Суши точно укладываются в лоток. Устройство для домашнего сада, которое каждый хотел бы иметь. Инструменты для создания дорожек из битума сделают вашу работу более удобной. Обочина дороги становится очень чистой и аккуратной. Было бы здорово установить эту лифтовую систему для родителей. Все пятна отмываются с помощью посудомоечной машины с циркуляцией воды. Древесина склеивается, и так удается избежать древесных отходов. Робот-собака помогает человеку выполнять сложные задачи. Не нужно никаких причудливых машин, фермеры справляются с работой. Шуруповерт FarmFest помогает строителям сократить время работы и повысить ее эффективность. Создайте креативные настенные украшения с помощью этой современной печатной машины. Оцифровывайте книги и с легкостью храните информацию, используя эту передовую технологию. Диффузионный клапан гидроэлектростанции помогает отмывать дно плотины и регулировать уровень воды. Экологически чистая стиральная машина, которая не только спасает планету, но и может обеспечить нас водой. Добавьте в свой сад немного причудливости с помощью кинетической скульптуры, которая танцует с веером. Газонно-подметальная машина, способная убрать даже самую въевшуюся грязь. Молоток Рейну Хэме удаляет вырезанные лазером детали из трафарета. Льдогенератор быстрого действия, который нагревается, чтобы отделить кубики льда. Машина для снятия коры с деревьев, похожая на гигантскую точилку для карандашей. Самоходный плавучий мост, который может причаливать по вашему требованию. Эта прикольная скамейка делает время ожидания более коротким. Плоты аккуратно выстраиваются в ряд с помощью этого приспособления. Винил после удара остается целым. Вы когда-нибудь задумывались, как Илон Маск перевозит ракеты SpaceX Starship?
круглый стол, который плавно качается и предотвращает падение мяча. Когда улей заполнен, его разделяют. Запуск сигнальных ракет с помощью воздушных сил. Использование шестиугольных панелей в сочетании с лампочками для создания впечатляющей сферы. Комбинация вакуумного экскаватора и насоса облегчает рытье ям. С помощью этого метода изготавливается бочка из нержавеющей стали. Этот инструмент для вязания может заворожить вас. Роботизированная рука для штабелирования помогает ускорить процесс транспортировки. Этот инструмент помогает разделить тесто на равные части. Автоматическая машина для приготовления пищи, которая поддерживает блюдо в идеальном состоянии. Этот конвейер контролирует толщину слоев торта в процессе производства. Это процесс промышленного производства крабовых палочек. Эти пончики положили в растопленный шоколад и так добились идеального покрытия. Эта машина идеально распределяет тонкие слои крема на торте. Рыба проходит через линию взвешивания для сортировки по размеру. С помощью этой машины удаляют яичную скорлупу. С помощью этой машины очистка морковки происходит быстрее. Затем морковь перемещается на эту машину для нарезки. Люди и машины работают вместе, чтобы приготовить и упаковать тушеное мясо с овощами. Хлеб нарезается тонкими ломтиками с помощью автоматического ножа. Эта машина эффективно снимает кожуру с апельсинов. Процесс приготовления красивого хлеба. Автоматическая пила для нарезки замороженных продуктов. С помощью этого инструмента королевское желе умело извлекается мастером. Эта машина может обрабатывать 100 кг теста за час. Автоматическая нарезка сливочного масла с помощью насосно-шнековой системы «Блокбастер». Узрите будущее автозаправочных станций! Робот для сбора клубники «Агробот» снащен 24 руками для ускорения процесса сбора урожая. Этот умный робот собирает теннисные мячи, экономя время игроков и тренеров. Экскаватор демонтирует градирню на высоте 200 метров. Вакуум-формовочные машины используются для производства чемоданов. Лососевая пушка стреляет рыбой через плотины.
трава скатывается в тюки одинакового размера. Эта машина сворачивает медь в матки и проволоки. Воздушно-струйный распылитель может распылять аэрозоль на расстоянии до 150 метров. Для экспериментов используется только искусственный панцирь черепахи. Гибочный станок с точностью создает массивные металлические листы. Транспортировка большого количества продукции с помощью этой специализированной машины. Рисовая сеялка, которая может высаживать 8 рядов одновременно. Автоматизированная система кормления скота помогает кормить телят молоком. Быстрый процесс наполнения мешков песком. Машина для нанесения цементного раствора помогает строителям более эффективно штукатурить стены. Теперь воду можно быстро и легко доставлять на поля. Листья и ветки деревьев на дорожке можно аккуратно убрать. Эти шары изготовлены из железа и стали. Буровое долото машины для выемки грунта может пробурить самую сложную почву. Погрузчик Mill Put Loader собирает почву для садоводства. Благодаря широкому совку и гибкой ленте транспортера, эта удобная машина легко транспортирует почву в контейнер. Перед началом сезона сбора яблок приходит время ботвоудалителя. Оснащенный двойной регулируемой воздушной системой, он действует как вентилятор, сдувающий листья. Это позволяет фермерам иметь более четкий обзор во время сортировки. Нам было интересно, как формируются большие блоки из травы, и машина Heston Stackhand 60 дала нам ответ. Она похожа на гигантский пылесос, который всасывает остатки кукурузы и сжимает их в определенную форму. Для поддержания красивого и чистого пастбища просто необходим аэратор EA600. Он аэрирует под собой почву, не повреждая поверхность, благодаря чему трава остается живой даже при условии, что по ней будут ходить. Для разбрасывания навоза на холмистых пастбищах требуется высококлассная машина, и разбрасыватель Grube SM650 зарекомендовал себя как оптимальный вариант. Устройство для прокладки труб LaSoul оснащено гидравлической системой мощностью более 100 лошадиных сил. Эта мощная машина может сэкономить $1000. Подобные устройства позволяют снизить себестоимость производства овощей, таких как перец. На сегодняшний день комбайн класс Lexicon является одним из самых специализированных комбайнов в современном сельском хозяйстве. Обладая платформенной жаткой шириной 9,3 метра, он позволяет быстро убирать семена подсолнечника. Расчистка заснеженных полей может занять значительное количество времени, но для этой тракторной системы это не проблема. Богатые плодородные слои почвы появляются сразу после прохождения этих колоссальных плугов. Пока вы пытаетесь отобрать яйца у свирепых кур, уже есть машина, которая отлично справляется с этой задачей. Благодаря датчику расстояния и лазерному сканеру, Poultrybot может без труда собирать яйца, не беспокоя птичек. Шлифовальная машина Etera Vortex легко удаляет большие трухлявые пни. Ее нож глубоко проникает и быстро удаляет весь пень.
BlackP11A позволяет быстро сажать деревья. После того, как молодые деревья помещены в лоток, реверсивная стрела машины выкапывает и размещает их в насыпи. Автомат CropCare позволяет сэкономить драгоценное время и значительно повысить эффективность снятия пленочного укрытия. Вращающиеся рычаги машины непрерывно тянут пленку с обеих сторон поля. Торфоразбрызгиватель Merripit стал популярным продуктом в отрасли во всем мире. Его режущий диск собирает грязь и прессует ее в однородные торфобрикеты. Bale Hawk может собирать широкие рулоны травы длиной до 1,5 метра. Это позволяет сгруппировать разбросанные по полю рулоны травы. Мобильный цветоуборочный комбайн Delacroix – это универсальная машина для уборки цветной капусты. Оснащенный 2 режущими головками, он отделяет стебли от соцветий. Приготовьтесь удивиться, когда вы увидите этот колоссальный пестицидный опрыскиватель. Емкость бака составляет 17 тысяч литров, что позволяет обрабатывать огромные поля. Rexor 6300 устанавливает новые стандарты в уборке сахарной свеклы. Машина оснащена колесами с гидравлическим приводом, обеспечивающим плавный подъем свеклы с меньшим прилипанием к почве. Следующий аппарат также может выполнять уборку капусты. Благодаря усовершенствованным системам технического зрения, эти роботы могут определять, какие кочаны готовы к сбору. Машина с плугом Radius D с разрыхляющим почву режущим ножом и вращающимися лезвиями отталкивает траву от корней деревьев. По сравнению с предыдущими моделями, мощность этой машины увеличивается более чем на 25%. Флэтбэк используется для отмеривания материала в соответствии с желаемым количеством. Этот инструмент, если его сравнить с ручной работой, несомненно сэкономит ваше время и защитит вашу спину. Удобная конструкция гарантирует, что каждая птица сможет попить воды. Машина для сборки клюквы работает на полную мощность на поверхности воды. Спелые красные плоды извлекаются из воды и быстро переносятся на ближайшую лодку. Два фермера наслаждаются своей работой в положении лежа с помощью машины PronWide. Мамба собирает в труднодоступных местах редкие растения. Этот ценный инструмент правильного природопользования гораздо эффективнее, чем люди, работающие в опасных местах. Органическое удобрение равномерно распределяется у основания деревьев, не повреждая корни. Вы когда-нибудь задумывались, почему срезают только цветы тюльпанов? Потому что тюльпаны используются не только для букетов, но и в качестве пищевых и лекарственных растений. Такой вид срезки сохраняет луковицы растений, которые дают потом новые побеги. Лесозаготовка на склонах требует умелой машины. И Timba Pro TL-755D является именно такой помощницей. С помощью цепей она может легко перемещаться в процессе валки деревьев. Вместо того, чтобы прилагать много усилий для переноски большого камня, позовите StoneLess. Он решит эту проблему. Самоходный аппарат отделяет все сухие листья от семян. Машина не только сортирует, но и предотвращает разрушение семян.
Два опрыскивателя ГАЗ работают одновременно без участия человека. Распылители, расположенные в задней части машины, обеспечивают равномерное опрыскивание всех мест, где растут растения. Машина с обратным вспахиванием облегчает работу в саду. Машина для обрезки виноградной лозы – незаменимый инструмент для виноградарей. Угол и стиль обрезки режущего ножа можно гибко регулировать, обеспечивая чистую и точную обрезку молодых побегов. Кукурузные стебли после тонкого измельчения используются в качестве корма для животных. Посадочная машина для маниоки может автоматически разделять маниоку на 5 небольших ветвей для удобства выращивания. Динго 4 установит защитную систему ограждения для вашей фермы. Он пропустит проволоку через алюминиевые столбы, вкопанные в землю. 6 километров ограждения можно сделать за один день. Миксер для жидких удобрений Hozel XXL. Сильное перемешивание, хорошее перемешивание. Гигантская стрела длиной 37 метров может гибко перемешивать удобрения, работая в диапазоне 370 градусов. Посадочная машина Триум – лидер в области сельского хозяйства. Благодаря непрерывно вращающейся конвейерной ленте она позволяет легко высаживать молодую рассаду. Наблюдение за работой этой уборочной машины доставляет истинное удовольствие. 9 непрерывных рядов свеклы поднимаются и автоматически перемещаются по конвейерной ленте. Lely Ostronot A5 считается новой вехой в молочной промышленности. Перед доением производится очистка сосков, и это особенно стимулирует корову, чтобы она давала больше молока. Если говорить об экспертах в области овощеуборочной техники, нельзя пропустить PO-335. После того, как листовая зелень поднята, вибрационный компонент машины уменьшает количество земли, прилипшей к корням. Совмещение посева и внесение удобрений позволяет сократить трудозатраты фермеров. Машина для резки сахарной свеклы обеспечивает вкусный корм для скота. Режущий нож разработан так, чтобы обеспечивать быстрое срезание свеклы. Три шестерни уборочной машины Daily работают с высокой скоростью, достигая эффективности более 95%. Травокосилка Mowmaster с барабаном с 6 режущими лезвиями позволяет подрезать траву на высоте до 50 метров. Используя лазерные лучи, машина может сканировать высоту продуктов с целью захвата с самой высокой точки. Наличие этой уборочной машины позволяет удовлетворить потребности в уборке большого поля. Все молодые стручки обрезаются и делятся на ячейки сетки. Травосжигатель EnvoDen на протяжении многих лет доказывает свою значимость для питомников. Система E-Therm позволяет сократить потребление газа до 40% и ограничивает выбросы CO2. Машина Янсян сочетает в себе функции подготовки почвы и посева семян. Два ряда дисков одновременно обрабатывают почву, а 8 семяпроводов, расположенных сзади, высеивают семена в почву. Дорожка очищается всего за один проход.
модель Maggia Automatic LK станет отличным решением для вашего фруктового сада. Уборка урожая оптимизирована за счет встряхивания деревьев, что минимизирует влияние на качество плодов. Благодаря своим компактным размерам эта пахотная машина подходит для работы на холмистой местности. Безусловно, для получения спелых желтых бананов необходим процесс опрыскивания, а с пятнистостью листьев всех банановых растений может справиться сельскохозяйственный самолет. Разбрасыватель REC используется для поддержки процесса ферментации травы. Вспашка травы помогает предотвратить развитие патогенных микроорганизмов. Эгрист – специалист по сбору урожая в сельскохозяйственной отрасли Японии. Робот движется вдоль провода, не встречая препятствий, например, в виде грязи или опавших листьев. Культиватор Otto Agri дистанционно управляется и эффективно работает с тремя ножами. Этот фермер перевозит сельскохозяйственную продукцию с помощью канатной дороги. При грузоподъемности около 250 кг и скорости 90 метров в минуту можно безопасно перевозить тонны сельскохозяйственной продукции. После накрытия полиэтиленовой пленкой два диска машины засыпают почву, чтобы закрепить ее. Самодельное изделие с тремя уникальными огнепроводами служит для борьбы с сорняками. Впечатляющий механизм убирает урожай с целого капустного поля всего за один час. Интересно, как в мгновение ока можно вымыть эту гору сахарной свеклы? С этой задачей справляется очистительная машина Халара BR 2000. Вырубка деревьев в городских условиях требует точности, и здесь на помощь приходит Lumberjack LJ450. Теперь вы можете стоять на месте, при этом собирать протянутый кабель. Если у вас есть птицефабрика, то вам определенно стоит обратить внимание на Robot XO. Это инструмент для дезинфекции и анализа состояния среды, в которой живет домашняя птица. Водитель осуществил мечту. Ему не нужно делать поворот, и при этом у него есть возможность развернуться. Шимона – это экологически чистая машина для уничтожения сорняков, которая использует горячую пену для поддержания здоровья посевов. Вращающиеся шестерни – идеальное устройство для выравнивания и преобразования земли. Этот мощный комбайн John Deere может убирать пшеницу с впечатляющей производительностью 100 тонн в час. Машина 3 в одном, которая может обрабатывать почву, проводить борозды и сверлить отверстия для посева. Эта чаеуборочная машина, несомненно, выполнена на высочайшем уровне. А иногда эту компактную машину используют для отбора молодых листьев. Это устройство позволяет фермерам за короткий промежуток времени собирать более 300 килограммов миндаля. Благодаря этому инструменту распределение семян будет равномерным. Это как игра в Тетрис, созданная для сухой травы. Наслаждайтесь заполнением склада без ручного вмешательства.
Оптимизированный туннельный опрыскиватель защищает растения клубники от болезней и вредных насекомых, гарантируя, что вы сможете наслаждаться большой, сочной клубникой. Процесс очистки, сортировки и упаковки апельсинов перед продажей завораживает. На этом все. С вами был профессор Гуглов. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. До завтра.